Итак, первый пункт моего эликтура – это сюрприз. Вау! Amazing! Вот это я понимаю пикник на берегу лимана с приватным оперным выступлением. Кстати, это не какие-то певички с перехода, это лучшие оперные музыканты во всей Швейцарии. Слушаю Кармен, смотрю на Монблан. Какое прекрасное совпадение. Самая большая ценность и одновременно достопримечательность Швейцарии – это ее высокие горы. Альпийские луга, ухоженные коровы, как из рекламы шоколадки. Ближайшее в мире место, где можно увидеть все это… But you had one piece. Just give me a bit as well. Yep, she can have the… The short one, which is sort of had the stuff stuck to it. That's enough for you. I have two squares, so it's very. Two squares? No, it's like the whole bar of chocolate. А это, по всей видимости, моя моя сегодня 2 дня. Жил там 10, наверное, так. Браво! No, you tell me that.